Жадаючых проявить свои творчие здольности и блеснуть харызмой оказалось шмат. У претендентов на роль ведущего прогноза на дворье у программе «Ранешняя эспресса» сегодня первое выпробование. Для многих у межах проекта леса вырашальная. Здравствуйте, с вами самый достоверный прогноз погоды на телеканале «Беларусь-4», Брест. Меня зовут Владислав Шарейко. Сегодня по области переменная облачность, местами осадки. Последние прохладные дни ожидают нас в этом апреле. Уже в субботу будет значительное повышение температуры, а в первой половине следующей недели по области прогнозируется до плюс 20. Пенчан ждет сухая, но не солнечная погода. Опять метель, и мается былое в темноте. Сдавалось б, что тут складанага прочитать прогноз по телесуфлеры. Однако практика и теория и тут разошлись. Хваляванне, якое охопило нават самых упэўненых у сабе, уносить коррективы. До того ж, организаторы кастингу заваливают каверзными пытаниями и нечаканными пропановами. До прикладу показать жестами на вальницу ци туман. Тут и актерские здольности треба показать, и знаходливость проявить. Одним словом, не губляться. Как вам кажется, что синоптики подразумевают под термином «дружная весна»? Ну, явно это не весна, которая сейчас. Как высветлилось, большинство удельников кастингу пришли совсем не за планшетом, хотя и он будет до речи. Планшет абсолютно никакой роли не играет. Это новый опыт, новые впечатления и эмоции из этих впечатлений, которые я просто смогу потом направить в свое русло. Я думала, все будет хуже. На самом деле все классно, все драйвовые, люди добрые, уютные и очень здорово все. На мой взгляд, участие в этом конкурсе – это уже какая-то победа. Не просто выбор перед журы, але умовы есть умовы. И вось вырашальный момент. Названы имены 8 полуфиналистов. А далее, как на экзамене, счастливчики тягнут билеты с хатними заданиями. Один день на подрыхтовку, а далее удел у прямых эфирах программы «Ранешняя эспресса». Где таленты конкурсантов оценить глядачи. Будем голосовать за них в течение 3 дней, а уже 5 числа, в преддверии нашего профессионального праздника Дня радио, телевидения и связи, мы будем в прямом эфире программы «Утренняя эспрессо» награждать победителя. Ну и уже все знают, что главный приз – это планшет от нашего партнера торгового центра «Вамрад». Не надо расстраиваться тем, кто не вошел в полуфинал конкурса «Погода от народа». У нас еще на телеканале «Беларусь-4 Брест» будет много разных интересных конкурсов. Следите за эфиром.